Привет, ребятки, мы на Майдане Независимости в Киеве. Сзади меня вы видите палатки протестующих. Да нет, ребятки, я шучу, мы в Тампе. Спасибо за аплодисменты. Такая фишка, ребята, называется Riverside Walk. Ребятки, видите, здесь такие вот уличные представления происходят. А в самом даунтауне Тампы. Ребятки, я на месте, которое называется River Walk. Главная цель нашей поездки не это, а знаменитый Busch Gardens в Тампе, на который мы с вами скоро очень посмотрим. Привет, ребятки, вот мы на паркинг-лоте. Busch Gardens, видите, здесь нет ничего общего с Диснеем. Людей намного меньше, приятно радует. Вот, ребятки, я сейчас на главном входе, Busch Gardens. Декорации, конечно, не такие, как в Дисней. Но людей ощутимо меньше. Такие, ребятки, совершенно обалденные картины можно здесь увидеть. Вот, ребята, видите, как это плохо после роллокостера. Такумба, один из самых крутых роллокостеров здесь. Видите, ребятки, множество еды. Вот гриль. У них есть такой дел, $35 за весь день, и ешь сколько хочешь. Ну вот, например. Вот
например, есть такие вещи, видите, очереди нет вообще. Очереди практически нет, видите. Минут 5 время ожидания. Ребятки, это шея и край, уже на ней едем. Видите, зависает вот так вот. Это реально страшно. Уже несколько раз прощается с жизнью. Это очередной. Зависание. Просто посиди, да, и покушать. Что сейчас и сделаем. Смотрите, ребята, время ожидания. Вот самые популярные аттракционы. 5 минут, 5, 5. Ничего общего с Диснеем. Это такая вот лазалка для детей. Oh!
вообще весь мокрый после этого аттракциона. Смотрите, как сделано прикольно. Сейчас хочешь просушиться, 5 баксов. Scary. You see my kids pull my hair. Yeah. Guess how many children I have? 4? 16. Oh my god, okay. Good. One boy. Breaking beans. This is my only son. Really? Breaking beans. 15 girls? I never had a son, I adopted him. Oh, okay. All girls. That's impressive. I should have stopped trying. The darkness awakens. My power grows. My son is afraid of heights. He's scared. He has a phone cam. It's not like Mantua, you know. Was the scariest part. Yeah, baby. The first part was the scariest. Yeah. Страшный ролокост сразу здесь называется Mantua. Кстати, это ролокостер называется Scorpio. Больше для таких младших детей. 42 инча requirements на рост. Сейчас посмотрим. Один из самых старых роллокостеров в парке. Надеемся, меня он выдержит. Трещит сильно. Площадки для детей.
Порта Сент-Серпент. Такая тоже больше для маленьких. Которым на другие нельзя. Объяснение есть подобное. Кстати, если говорить о тематике, да, то неправда, что в Busch Gardens нет совершенно тематики. Конечно, нельзя сравнить с Диснеем, но декорации тоже присутствуют. И довольно неплохие, вы можете видеть. Да, по поводу еды, видите, цены довольно доступны, как я уже сказал, можно за день взять безлимитную еду, $35. Видите, еда довольно неплохая. Во всяком случае, на мой взгляд, еда лучше, чем в Disney. Вот сейчас как раз мы посмотрим аттракцион, называется Falcon Fury. Ребятки, если вы с маленькими детьми, то вот это единственный райд, который для детей, я здесь вижу. Традиционная карусель, которая есть на всех, почти во всех парках. Видите, очереди вообще нет. Ребятки, самые маленькие еще могут получить удовольствие от таких вот лодок. Несколько волны нет, вы можете получить удовольствие и обрызгать ближнего своего. Так. Шейкер, один из моих любимых аттракционов, симулирует падение хищной птицы вниз.
от ребят я зашел покушать. В принципе, по сравнению с Диснеем, вот, ребятки, мой обед сегодня и ужин. Это все я взял за $24. Дисней было бы точно на порядок дороже. Качели для них. И там вон дальше карусель. Здесь как целый городок. Ребятки, здесь еще различные фестивали, вот здесь фестиваль еды и вина проходит. Марокканский дворец, вот так он выглядит. Здесь будет шоу. Которое тоже входит в цену билета. Танцы на льду. Наши партнеры, незабвенные жители Флориды. Наверное, приготовились к кормежке. Вот такая черепаха, где она видит вот тут. Тогда вам покажу, насколько близко он лежит к ограждению. Так вот. Если у кого-то есть желание, можно даже покормить с рук. Ребятки, ну вот и подошло к концу путешествия в Busch Garden. Пока впечатления свежие, я вам должен сказать, обалденный парк. Я бы сказал, для взрослых лучше, чем Disney. Если вы будете в Тампе, обязательно посетите этот парк. Я думаю, это лучшее, что есть в Тампе, без сомнений. Я бы сказал, здесь... Есть различные развлечения. Само собой, роллокостеры. Роллокостеры на порядок лучше, чем Дисней. Ну, в плане более зрелищные, более страшные. То есть для взрослых однозначно лучше, чем Дисней. Еда более приемлемые цены, чем в Дисней. В принципе, такая уличная еда, быстрая еда, да. Я бы сказал, тоже качество лучше, чем в Дисней. Обалденные шоу, я, правда, попал только на одно, мне очень понравилось, классное шоу. Также сделаю отдельное видео по райдам, не буду включать их в это видео, поэтому смотрите следующее видео, райды, горки от первого лица. Также очень много классных животных, правда, я мало уделил времени сегодня животным. Вот, например... Например, видите, пингвины плавают. И вообще такой, я бы сказал, парк попроще, чем Дисней, да? Тоже классные декорации, просто он менее знаменитый, но по качеству, я бы сказал, ничем не уступает, а в некоторых моментах даже превосходит. В
Дисней, конечно, декорации превалируют, и персонажи, различные диснеевские персонажи, которые будут очень интересны детям. Этот парк, наверное, больше для взрослых и для старших детей, я бы сказал, после 12 лет. Но я думаю, что младшим детям здесь тоже будет что делать. В частности, здесь есть сафари, такие горки для маленьких, различные площадки для детей, детские площадки. Также водные площадки. То есть есть где детям погулять. Но, конечно, на таких больших горках, как вот гепард, например, им, наверное, будет немного страшно кататься. Ребятки, давайте нажмите подписаться внизу этого видео, иначе пропустите много всего интересного. Будем продолжать снимать интересные места в Америке, о которых мало кто знает. Например, Busch Gardens. Считаю, это по-настоящему скрытая жемчужина. Все, пока.